Открылся всероссийский профориентационный конкурс «Смена профессию». Это проект для тех, кто интересуется рабочими и инженерными специальностями. Участвовать в конкурсе могут подростки от 14 до 17 лет из регионов России, а также из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Соревнования пройдут в 6 номинациях. Можно подать видеоролики, инфографику, фотографии, тексты или проекты мероприятия о различных профессиях. Принимают до 2 работ. Прием заявок завершится в октябре. В ноябре объявят победителей. Их зачислят на одну из образовательных программ Всероссийского детского центра «Смена» в следующем году. Всероссийский профориентационный конкурс «Смена профессиум» проходит ежегодно. Проект помогает ребятам сделать грамотный выбор будущей профессии и построить успешную карьеру. Подробности можно узнать по ссылке в описании.